Лицо. В общем, мы приехали в главкино. Вот оно. И сейчас будем записывать Comedy Woman. Нет, вот я вижу. А еще у меня сегодня день рождения, и вот так вот совпало, что я приехала на съемки. Соответственно, что мне хотелось бы сказать, что я здесь первый раз, и мы приехали на ТНТ, да, на ТНТ, Comedy Woman, вот. Нет, сказали, не там. Мы еще ждем автобус с журналистами, по-моему, чтобы все вместе высадиться, вот, и попасть на съемки. Слышите музыку? Так, подождите, меня, наверное, очень плохо слышно здесь. Вот. Ой, слышишь? На самом деле здесь еще снимают танцы со звездами. Маш, ой, ты идешь. Танцы на ТНТ. Я все путаю все время. Не успевает, Маша. Здесь снимают на телефон, смотрите. Все снимают в перископ. Стоп. Ребят, можно попросить... Ну, у меня не перископ, у меня просто видео, которое я выложу, конечно, в свой блог. Вот. Ой, нас зовут. Так, Антон тоже фоткает, но я не буду снимать Антон, потому что у нас ключевая фигура, которая не показывается. ВКонтакте, кажется, есть группа. Да, это наш стол. Так он будет наоборот. Короче, мы здесь до 5 часов, а потом я жду машину и валю отмечать свою днюху. Вот так вот. Ты поешь со мной?
машину. Кто не учится, не работает в это время. Поешь? Мы поедем медленно. Мне вот нравится, здесь такой свет, прям вот чисто для съемок, на самом деле. Мне нужен такой свет домой. Подарите мне такой свет. Мне сегодня день рождения. Все ходят, что-то ходят. Какая движуха здесь, на самом деле. Мне сразу вспомнилось мои съемки для НТВ. Сейчас я камеру получше возьму. У нас Антон не снимается просто. Вот. А нам будет кушать давать? Я хочу есть. Как обычно, да. Короче, чуваки, я очень счастлива на самом деле. И, наверное, о таком дне рождения я всегда хотела, чтобы он был. Последний такой день рождения на съемках у меня был 18 лет. Хочешь попасть в кадр? Можно попасть. Мне просто на самом деле здесь очень нравится свет, и мне было домой вот такой бы свет себе. Чё? А-ля гример, костюмер, там, такого. Я еще поняла одну такую вещь, что я никого не знаю из звезд, и мне прям очень как-то так тяжело, и даже несколько неудобно приходить сюда, потому что люди приходят, получая пригласительные билеты, покупают еще что-то, а я вот так вот. Снова привет всем, вот я уже в машине, мы выезжаем от съемочной площадки, где это все сегодня происходило, где сегодня были съемки. Ездим по Москве к моим знакомым, заезжаем, забираем подарки, потому что, не знаю, с такой людей меня поздравили в этот раз, что я просто не ожидала, и это прям, ну, настолько приятно, прям настолько круто. Такого крутого дня рождения у меня не было очень, да, наверное, вообще никогда не было. Я очень сильно благодарна людям, которые были все это время со мной на протяжении там многих-многих лет. И посмотрите Comedy Woman сезон новый, который вот сейчас будет, потому что сезон реально очень ржачный, прям очень ржачный.